Вот она, вилла Мосавали. Мосавали в переводе с грузинского означает «урожай». Расположенный туристический комплекс в населенном пункте Натахтари. Я об этом еще буду говорить неоднократно. Рядом с аэропортом Натахтари. Вот здесь мы сейчас находимся на съемке. Готовим очень интересную туристическую передачу. Хотим почувствовать вкус и аромат приближения весны. И приехали на Натахтари. Населенный пункт находится как раз на той военно-грузинской дороге, по которой туристы с севера заезжают в Грузию. Здесь есть гостиничный комплекс, несколько ресторанов, очень красивое озеленение, а вот здесь уже винзавод. Этот винзавод принадлежит людям, которые основали эту виллу, Мосавали, семье. Мы о них расскажем, покажем. Все очень аккуратно и красиво здесь, очень ухоженно. Ну, конечно же, это место, как и вся Грузия, ждет приближения весны, когда все станет более зеленым, более ярким и визуально более сочным. Сейчас мы уже здесь все сняли на территории винзавода. Вот наш проводник Дато, наш респондент, он сам озеленитель, художник, декоратор, блогер. Мы его снимали, показывали, и вот он тоже один из наших респондентов. Сегодня он нас привел сюда, на территорию этой виллы, где он ухаживает за вот всей этой зеленью, за этими насаждениями. Территория очень большая, это только такой дворик отдельно, там есть зеленый тропический павильон, где все тоже сделано его руками. Сейчас вот наступила уже весна, можно все это украшать, озеленять. Сейчас у Дато наступают такие горячие трудовые дни. Я снимаю несколько видео, выложу по частям. Обязательно будет блог ресторанный, где шеф-повар обещает приготовить очень вкусное блюдо.